Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала. Все мы с вами говорили на тему помощи каналу, как там что-то можно сделать, какие-то средства там переслать. И оказалось, мало кто на эту тему что-либо знает. Но тем не менее, пришло письмо от моего давнего знакомого, который мне помогает по каналу, по сайту и по другим вещам. От Дмитрия. И вот что он пишет. То есть это человек, который владеет информацией. Следующее. Здравствуйте. Увидел последнее видео по спонсорству и хочу уточнить на эту тему. Видеохостинг YouTube с 24.02.22 приостановил в России все функции монетизации. В том числе подписку премиум, музык премиум, спонсорство, суперчат, суперстикеры. То есть кнопка спонсорства теперь недоступна для россиян. Ее видят только те, кто живет в других странах. Но тем не менее, есть такая функция, как донаты. Когда я веду стрим, там появляются вот такие вот донаты. Оказывается, донаты работают. Вот последний раз люди, которые все это переслали, пожалуйста, я благодарю их, я все это получил. То есть, если вы хотите воспользоваться, помочь мне, то используйте вот эту функцию донат. Вот, это раз. И я до этого давал свою карточку тем людям, которые хотят также помочь, чтобы канал существовал, что-то там такое делалось. Карточку я тоже буду опять выставлять. И в связи с вот этим, со всеми этими событиями, что я сделаю? Раз все эти платные вещи, видосы не работают, я опять верну их в свободный доступ. Ну вот примерно вот так вот, что я хотел сказать, это эта тема как-то у нас повисла в воздухе. Ни я не понимаю, ни вы не понимаете. Но, оказывается, нашлись люди, которые в этом деле разбираются и помогли. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.